Современные дети, какие они? Без сомнения, в корне отличаются от своих бабушек и дедушек, да и от родителей тоже. И все это благодаря техническому прогрессу. Без сомнения, современным детям необходимы современные образовательные программы. Именно поэтому я решила создать такую образовательную программу, которая в корне отличается от школьной. Здесь каждый ребенок может получить знания, развивать умения и навыки в игровой форме. Так родилась образовательная программа дополнительного образования детей «Эврика. Мир открытий и увлечений». Программа рассчитана на детей 7-11 лет. Срок реализации – 2 года. Несмотря на то, что программа имеет техническую направленность, ее целью в первую очередь является развитие личности ребенка. Моя программа помогает удовлетворить потребности ребенка в изучении окружающего мира с помощью приемов и методов активизации творческого мышления. Сейчас мы проходим симметрию и асимметрию. Мы делаем карты микрорайона и рисуем. Мы изобретаем всякие вещи и предметы. В процессе реализации программы используются технологии развивающего обучения с применением элементов технологий ТРИС и РТВ. Мы изучаем историю цивилизации через историю изобретений, так как очень важно научить ребенка воспринимать мир целостно и чувствовать себя частью этого мира. Огромное внимание в рамках реализации программы я уделяю развитию общеучебных навыков. Во всех разделах программы есть задания, относящиеся к разным учебным дисциплинам – математике, русскому языку, географии и даже физике и химии. Только подача материала идет завуалированно. Естественно, каждый педагог должен отследить выполнение программы и успешность ее реализации. В рамках программы «Эврика» это возможно при помощи разработанных мною интересных диагностических карт, веселых тестов, забавных анкет, из которых я могу понять, как мои ученики усвоили материал. Ведь программа у нас образовательная. Очень нравится. Здесь очень интересно, и здесь очень хорошие преподаватели. Ну, потому что мы тут что-то новое изучаем. Я только за этим сюда прихожу. Тут все такое интересное, и мы каждый день чем-то занимаемся. У нас есть еще одни занятия, но нам больше нравится здесь, потому что здесь мы скоро будем мастерить, рисовать, потому что мне больше нравится рисование. Главной же моей диагностикой является то, как меняются мои ученики в течение учебного года. С интересом работают на занятиях, спорят, аргументируют, учатся слушать мнение других, отстаивают свое мнение, творчески подходят к выполнению заданий. Очень приятно также слышать положительные отзывы школьных учителей и родителей, которые вместе со мной радуются успехам наших детей в школе и связывают повышение уровня обученности и воспитанности с работой по моей программе. Главный принцип моей профессиональной деятельности – успешные дети, счастливые дети, здоровые дети. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. Я тоже верю, что именно мои ученики станут первопроходцами в освоении планет Солнечной системы.